Предприемства Минской области нарушают поставки молочной продукции у Китая. Например, Воложинский завод уже выполнил пробные поставки сухой сыроватки, а это 100 тонн продукции. До конца года вытворцы должны отгрузить на экспорт еще одну партию. Таким чином молочники диверсифицируют поставки продукции и расширяют рынки сбыта. Нам довели на Минскую область в процентном соотношении, допустим, там миллиард долларов пускать на китайский рынок. Это все стадии. В этом году мы посетили 3 делегации из Китайской Народной Республики. Уже какие-то уже контакты есть, уже переписываемся, смотрим. Но это не так быстро. Основной краиной экспорту для белорусских молочных предприемств по-ранейшему застается Россия. Туда накировывается до 80% готовой продукции.